Теперь, кто такие равные в коллективе? Равные — это вот, допустим, вы директор фирмы для вас равны. Понимаете, есть отношения родственные, а есть деловые. Если вы соединяете родственные с деловыми, дальше все будет разрушено. Ну, например, у вас есть отец, и вы берете его на работу. Надо, чтобы отец был в благости, тогда все будет нормально. Это значит, что он будет скромно подчиняться вам, своему сыну, подчиняться на работе, а дома будет вести себя как отец. И он сможет так всю жизнь прожить. Это значит, что он в благости. Но если он не в благости, то вы просто разрушите все, весь свой коллектив, взяв своего отца на работу, просто потому, что ему нужны деньги. Лучше давайте ему просто эти деньги, и все. Это будет гораздо эффективнее, чем сделать так, чтобы он вас критиковал на правах отца при всех подчиненных. Друзья могут быть только директора, если вы директор фирмы, у вас друзья директора фирмы. Но если у вас есть друг не директор фирмы, тогда не надо приводить его на свое производство предприятие и не надо его принимать на работу. Пускай он будет где-то в другом месте. Можете встречаться с ним, общаться, но только не на своей территории. Там, где вы работаете, младший не должен быть другом. Иначе этим воспользуются другие младшие.